Всем привет! Вы на канале Трипка ТВ. Сегодня у нас продолжение веселых прилипалы 3. И сегодня я вам покажу, как можно сэкономить и купить прилипалы. Вот смотрите, видите, вот эти товары вот изображены. Если вы купите вот два одинаковых вот таких вот товара, ну вот любых вот, которые тут на листочке изображены, вот тут еще вот на другой есть части. Если вы купите два вот этих любых товара, то вам могут дать прилипалу даже не за 500 рублей. Я была в магазине. Конечно же, я себе некоторые эти товары купила. И я получила прилипалы. Ну, конечно, остальные, наверное, я за 500. Вот я себе купила некоторые эти товары. Вот, посмотрите. Этот листочек вы можете приобрести на кассе. Дикси. Так. Поставьте лайк, пожалуйста. Давайте откроем эти прилипалы и узнаем, что в этих. Так, ну вот вы смотрите, а я буду открывать. Так. Это у меня вроде такое уже есть. Сейчас давайте я открою коллекцию, ну, чтобы могла вставить ее. Так, давайте вот так. Да, это рыжик, он у меня, к сожалению, есть, но ничего. Ребята, пожалуйста, поддержите меня, чтобы мне повторки не попались, поставьте мне лайк. Так, следующее. Да, повторочка, жалко. Но вы помните, поставьте, пожалуйста, мне лайк, чтобы попалось новое. Так, давайте дальше откроем сейчас. Это новое, да? Да, это новое! Ура! Так, кто это? Сейчас мы посмотрим. Так, это брокколи. А, ну, в принципе, похоже на брокколи. Вот такой мистер брокколи, как я понимаю, такой. Смышленненький. Красавчик. Поставьте лайк мне, если он вам нравится. Так, брокколи вроде здесь, да, сейчас мы... Аккуратно, аккуратно, вот все, брокколи стоит. Вот он. У меня уже почти целый ряд собран, ура! Так, давайте дальше. Так, ребята, мне кажется... Да, мне новое попалось! Так, кто это? А, мне попался, это, я понимаю, яблоко. А, Компот его зовут? Да, Компот. Какое прикольное имя, Компот. Да, красивенький Компот, это яблочко такое. Кстати, вот если присмотреться, он похож вот как на кастрюлю, а вот его хвостик на ложечку. Прикольно, он такой еще улыбается. Поставьте лайк, если он вам понравился. Так, вот здесь Компот. Да, Компот вот тут. Поставим его. Давайте дальше. Так, здесь у нас повтор. Это нам попался Грядкин. Давайте его поставим вот такой повторочку. Сейчас я... Чтобы вы видели, какие повторки, я вам вот сюда их поставлю. Так, дальше. Это новое? Да, это новое! Кто это такой? Это сэр Дюшес. А, значит, это груша. Такой серьезный сэр Дюшес. Такой самый главный, как я понимаю. Прикольный. Давайте его поставим. Я закончила один ряд, ура! Сэр Дюшес, он мне помог закончить второй ряд. Поставьте лайк, если вам это понравилось. Вот мне очень. Так, давайте следующий пакетик. Ой. Да, попалась повторочка. Жалко, ну поставьте лайк, чтобы попалось что-нибудь новенькое и чтобы закончился следующий, может быть, ряд. Так, это нам попался Лулу повторный. Давайте следующий пакетик. Это нам опять повторка попалась. Это нам попался Бус. Давайте его сюда поставим. Так, дальше. Нам опять попалась повторка. Это вот этот кисляк. Ой, у меня уже, наверное, 3 кисляка повторки. Давайте дальше. Опять попалась повторка. Пожалуйста, поставьте лайк. А то повторки за повторками. Это у нас повторка Грядкин.
Так, давайте дальше, может кто-нибудь новый попадется. Нет, повторка вот этого банана. Давайте поставим так. Может кто-нибудь новенький попадется. Пожалуйста, попадитесь кто-нибудь новенький. Нет, это тоже повторка. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это у нас малышка Черныш попался. Ну, хочу что-нибудь, чтобы новенькое что-нибудь попалось. Опять малышка Черныш. Да, ребята, вот что самое неприятное, попадается повторки. Поставьте, пожалуйста, лайк мне. А то как-то печально стало даже немного быть. Дюшес попался повторный. Сэр Дюшес. У меня уже повторки в коллекцию собираются. Да. Повторка опять вот этой морковки. Может быть, последний пакетик кто-нибудь новый попадется. Нет, вот тут мне попался еще один борода. Пожалуйста, может, в последнем пакетике новый попадется. Кто-нибудь новенький. Да, это новый, ура! Так, кто это нам попался? Хочется поскорее узнать его имя. Поставьте лайк, пожалуйста, это же новый мне попался. Это диджей Цук. Диджей Цук. Он, наверное, любит рэп и такой диджей крутой. Так, давайте его поставим вот сюда. Честно говоря, было очень много повторок. И, мне кажется, лишь две новые. Или три. Нет, скорее всего, три новые. Да, конечно, очень жалко, что было так много повторок, но ничего. У меня осталось совсем немного. У меня осталось всего 4 до полной коллекции. Вот это уже радует. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. И всем пока. Пока. Пока.